Ребята, всем привет! Меня зовут Наташа, мне 25 лет. Я из города Братска, работаю участковым врачом-педиатром. Ну, то есть с лошадьми я не очень связана, но сегодня состоялся мой дебют по джигитовке в школе джигитовки Софьи и Константина. Блин, все очень понравилось. Природа замечательная, пейзажи очень красивые, кони славные, послушные. Поэтому всем рекомендую попробовать. В общем, ждем вас здесь, приходите. До свидания.